Меня зовут Анна. Я хочу спросить вас, правда ли, что дети расплачиваются за грехи своих родителей? Спасибо за ответ. Дети за грехи своих родителей не расплачиваются. Мы знаем, что в таинстве крещения как взрослый человек, так и дети омываются от греха родительского и прародительского. И после таинства крещения уже никакой грех к ним не имеет отношения их сродников. То есть папы, мамы, бабушки и далее, далее. Но, к сожалению, некоторые грехи могут родители повлиять на детей. Допустим, не дай Боже, родители наркоманы. То есть страшный грех. И они повредили свое здоровье, и как следствие этот недуг, этот грех может в каком-то нездоровье отобразиться и на ребенке. То есть есть некоторые наследственные болезни, а болезнь – это то, что у нас бывает вследствие грехов. Поэтому, конечно, мы стараемся жить правильной жизнью, святой, может, даже жизнью, по заповедям Божьим, чтобы никаким образом будущие наши детки не получили какую-то наследственность, генетическую или еще какую-то. Но мы нигде не слышим в Священном Писании, что конкретно дети расплачиваются за грехи родителей. Такого, слава Богу, нет. Наоборот, детей Господь приводит в пример людям, говоря, что «будьте как дети». Таковых есть Царство Небесное, то есть о духовной чистоте и нравственности. Храни Господь!